Опа, сюда, Бандера, нахуй! бандера, Да нахуй, какая сука. хуйня нажала, блядь? Долбоёб, сука, тупой, нахуй. То у меня, блядь, колесико мышки не Чё нахуй? работало. Луна залипла, блядь, а у меня Гера на колесико мышки стоит. РТ нахуй, слезы Алгаона, блядь, все танцуют под Герой нахуй, сюда, блядь, пошло добро нахуй. Оп, давай, давай, оп, да нахуй, сразу видно. Я тебе сейчас нормально сделаю, бля. О, да, добро нахуй. Вот сразу видно галочки в гильдии нахуй, Катрисси, блядь, Танатос нахуй, буду, блядь, теперь резиночку ебашить прям на РТ нахуй, ещё похуй. Я в ахуе просто. Вот они. Давай, давай, оп. Слева направо. Слева направо пошли нахуй. Сука. А почему зандалары танцуют как алкоголики какие-то, блядь? Нормально. Что Пиздец, это? ведь Ты легко танцует. посмотри, Это что это, блядь, просто танец алкоголика, нахуй. чисто как батя на любом празднике, нахуй, пошел, бля, давай, нахуй. Оп! Да. А там призван уже бедолага разделся, нахуй. Ты да хули смотри, ебать, я как все видел, нахуй. Пиздец, мы еще бить его вылетел, кувач. Воет горло в трусах и шляпе, нахуй, ебаный рад. Катрисси, ты видишь, где ты находишься? А ты иду на мейк. Вообще не вижу. Открой логи радиоскрин. Сейчас. Вижу, ничего. Все, теперь ты дерево. Где я дерево? Теперь ты дерево. Во второй паре, во второй пати вообще-то. Какое дерево, нахуй. Нахуй ты мне тут. Ебать, ты белье, смотри, какое, нахуй. Катрисси, ебаться, сраться. Байк, кружевное нахуй, для Вики сифилиса одел. Оп, хуя мне пузика, знаешь, такое, прям как... Которая, блядь, здесь детей родила, нахуй. Ебать, там Саня флексит, ебать, значит. Опа, а сейчас Войт еще подключится, нахуй. Войт, здесь только раздеваться, брат. Оп, пошел, давай, нахуй. Оп! Опа, нихуя, бля, вводит зажигалочка третья, нахуй. Пошел, бля, хуярить. Ёбаный волки, нахуй. Ты посмотри на ноги, как ноги двигаются. Разрыв, нахуй, шанспола. Медведь пошел. Оп, 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 смотри, как я лезгиночку ебашу, вводит, а? Сука, блядь. Ты вам не в тапки срать, нахуй. Эй, подожди. Нужно вот так вот сделать, надо очки так, одеть, нахуй. Так, Мазека с гильдии, Кико. Ты за что? Показываю. Гамазека? Да. У него там специальный набор, блядь. А за что Гамазека, не понял. Только что был вызван под холмом, блядь. А где? Нету. Все, пизда тебе нахуй, Саня. Дравись, что там? Ты заходишь? Я уже да, я захожу, очки одел, за... нахуй. Пошло добро. Нет, пошло добро по трубам, нахуй. Гамазек, ты серьезно? Блядь. Граждан. Есть Эджу, блядь. Сказал, что опоздать. Уже слышал у кого-то. Эджу, не знаю, это надо спереди немного. На шкаф тыкните. Сюда вот. Нет, ты справа, с другой стороны. Че, и поехали. Там подарабадам, 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 там, там подарабадам. Че? Так, начнем. С рыбу поставлю. Слава, перекинь меня с пятой пати, нахуй я там нахожусь. Оп! Давай, давай, оп! Да, на. Возле девочки, красавица, на. Я не знаю, надо нам пятый здесь хил, нет? Вообще не нужен. Рома, чё, может сразу зайдешь? На хп. Я бы хотел на Савиен эту боссе.
Ему кольцо, кольцо нужно с этого пасса. А, да. Не вопрос. Так. Значит, дальше я буду полностью на поле, мне кажется. Окей. Так, где мы там держали мобов? Здесь, да? В загоне. Да, ассиста. Я метки поставлю. Вот в ромбик собираете. Можно танки, кулак пока под руидом? Танки в треугольнике, мобы в ромбике. Че это будет? Лицо, лицо стражи будут на треугольник смотреть. Так что смотрите, там не пробегайте, там танки будут собирать. Кто там? Юля и Гомосек, да? А, нет, кулак МП5 под руидом. А кто второй танк? А, Лингрен. Слав, фласки будут или покупать? Нет. Ого, ну потом то, мы посмотрим. Витя, то, вот тут и мне надо, и Войду надо. Я понял, нахуй. На картрессе посмотрим, что Витя хочет. Да, ну, треньку со слепца. Ну, получается так ведь. Че у него, подожди, у ханта вдруг хоста понадобилось там что-то обновить? Мне надо, тебе надо сколько? Танки вот здесь подрать. Он же в БМ. А где РДД? Мелики в кресту. РДД вон на остров. Я что теперь РДДшник, нахуй? Ловите, нахуй, рыбу. А где хилы стоят, говоришь? Похуй вообще. На острове, там где РДД. Мелики в кресту. Блять. А ты чё сюда пришел? Руки собрался бить, чешу, Слава. Я в факел упираюсь, видишь, спиной. Смотри, внимание, чтобы факел в тебя не упёрся. Это точно, нахуй. Блять, охуенно. Это заеб... Это ебучая рыба. Гомосек, ты где там нахуй? Вылезь, сука, с воды. Вылезь с воды, блядь. Прыгнули в воду. Ты еще сдохнешь, нахуй. Поглубже нырять, чтобы хилы вас видеть могли. Бидон себя захилил. Так, Гомосек, сейчас трэш выйдет, дашь масс-сейв. Давай, собирай трэш, масс-сейв, Гомосек. Какой Гомосек он, нахуй, ретрик? А, Лёха, давай. Так, ну пока вроде не пробивает. Гомосек, сними праведное, заебал. Это душительниц под водой по возможности грипаем, нахуй, если они грипаются. Вот у кого там КД нету, нахуй, вот поставил, блядь. То они бидоны расстреляют потом. Грипаните сейчас, у кого... У нас 4 ДК. Грипаните, у кого КД нету. Они далеко. Ну ладно, похуй, убьем. Лёха, на следующий трэш отдашь массы. Угу. А я по КД буду отдавать. Там вроде успевает откатываться. Да, да. Мне, Слава, надо 1650 костей. Да хуя что? Ты че, ёбнулся? Так вот надо. Я 1500 собрал. Это А8 трынку взял? Да, я А8 трынку. Сколько у тебя ушло время на неё? Че, блядь, 7 БГ. Слава, понял, куда нам с тобой идти? Да я рот ебал, нахуй. Прыгнули вот. Поглубже ныряйте, чтобы вас доставали хилы. Чтоб видели. Клингрена не вижу. Я тут. Наверху. Наверху. Там, кстати, Костян, вы можете две вообще взять. Танатоса не вижу, нахуй. Сука. Чё, блять, я стою в центре, алё.
Масса эффекта. Я под водой. Я под водой был, я не мог захиливать. Леха, а, давай. Так я выпрыгиваю после водомета, нахуй мне в воде быть. Ну, куста катань. Ну, блядь, кустанчик, сдохнет легче. Кусаку не уронить. И холидринка. Типа там, а девятую нет смысла промить. Ну, я понял. А что, две можно на хосту взять? Да, можешь одну, короче, на силу атаки взять, вторую на силу. А, ну, в принципе, две не надо, у меня вторая колба идет. Ты ПВПшную... Дайте геру. Да, да, на скорость. Дайте геру. Давали геру вроде. Там был, да. Ебаная селёдка. Из РДД вообще заебись, нахуй. Да тоже их откидывают. Кайфуешь, да? Не откидывают. Я, бля, балбалдёж такой, нахуй. Нахуй это ваша мили-зона. А ещё говорил, не буду. Не хочу. Беги, малыш, в воду прыгнули. Беги. Ну что им-то хочется? Ну, вуха соберешь. Волонил можно собрать, тебе хочешь? Я хилить я не буду. Спасибо, не надо. Так, вылезли. Идем трэш бить. Там, смотрите, холидринка на трэше. Хорошо хил. Что, блядь, там тебя хилит-то? Я хочу шоки жмакать. Жмакать надо не шоки. А сиськи, ёп! Ой, ты-то точно, да. Подвигайте мобов, они забагались. Нарвись, моб. Тут априори баганые. Всё. Ты на то сиськи, да, нахуй. Сделай там... что-то, чтоб тебя не разъебали. О, в смысле, в середине ставь стоит. Тотем Трангвилла на ману. Равист, иннер по бидону, Вадикон, иннер по Трангвилле. Лёха, сальву по консилятору, да? Беги, малыш, в воду прыгнули и добиваем. Успели. Лучера поменяй. Пыси говно, блин. Кстати, тапки ебать, бисовые на Элема пиздец. На Элема нет. На Элема с ПЦГ тапки есть. У тебя с ПЦГ тапки, да, ты берешь. Mm. У тебя тапки, руки... Скорость с чаркой. Тапки, руки, перчатки. Ой, блядь, в запах. Брасы. Да, да. Тапки. Тапки, руки, перчатки, нахуй. Ну, оговорился, что ты доебался, блядь. Бля, я такие перчатки, я бы, наверное, такие вот взял, блин, на БГ кольчужные, побегать. А, ебать, у тебя что, типа... Лучером, закинь.
Чё-чё? Это я не тебе. Нет, Томатоса. Да у тебя, блядь, бизгир нахуй с АТГ еба. Ну да. Кринж, я тапки не видел нахуй, ни раз. Мне вообще очень сильно там в ТТГ повезло. Ебать, у отражение. Трэш отлетает, это пиздец. Ну ему да, тоже бы... же порезали. Ну, стойте, да, на, назад, 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 назад. Большого ебашь. Большого, большого. А то он приврал. 7 порезали 20%. Ебать, у него 8 лямов нахуй. Что такое 8 лямов вообще, блядь? Это, бля, я один удар даю. Да, понятно. Чисто отцовский чупалах. Я только сейчас об этом подумал. Короче, я не понял нахуй. А чем Тан от Айрана отличается нахуй? По-моему, вкус такой что? Же. Ну, напиток. Не, ну, Айран это же вроде типа, ну, если я правильно знаю, типа, газированная молочка, не? Да. Айран да, типа это, блядь, того. Кефир нахуй, а вот Тан ваш это газированная молочка. Что-то я, блядь, разницы вообще не почувствовал, нахуй. Может, неправильно. Айран вкуснее. Айран более газированный. Здоровяк еще разница подошел. В том, ловите, что Айран ловите. И не флудите. И то, и другое. Вот пил, нахуй, еще разницы нет, нахуй. Почему? Давай тебе хоть в рот, хоть по лбу. Одно и то же, нахуй. Сад, ты просто состав читай и того, и посмотри, что он сейчас различается. Не ебу, нахуй, только цветом этикетки, нахуй. Одна зеленая, одна синяя. Я тебе говорю, ты просто почитай, а лучше поднимешь, может быть. Это хуйня, все. Ты просто почитай состав, и все. Блядь, заебал. Ну я тут раз читал, вот сейчас этот прочитаю, блядь. Слышь, ебать, большие отлетают. Молоко пастеризованное, нормализованное. Вода питьевая, сухое безжирное молоко, сухое цельное молоко, заквас на молочнокислотных организмов, блядь. Соль поваренная, пищевая, Рома блядь, зашел, блядь, нам, блядь, попала. Вареная. Да ебать, это то же самое, что и в тот раз я читал. А там, может быть, закваска отличается. Ебать, я понял. Ну, по-разному. И соль не поваренная, а морская. Нет, а по факту соль морская и поваренная ничем не отличаются, нет. Просто добычей. Просто морскую соль тоже добывать. Я пытаюсь. Я какая-то новая. Get rich or die trying, нахуй. Разбогатей или сдохни. Там что-то натрий, что-то это натрий. Просто сложность в добыче. А ты химик? Ты химик, Мордан. Нет, натрий я сложный. Не химик, это просто это, я помню это еще дело. Он просто повар. Отстаньте. А чё, заебись профессия, чё отстаньте? Назови мой. Ну, такая профессия себе, конечно, благодарная. Чё, всегда сытый, ёпт. Натуре. Просто пидоришь как чёрт, блин, в последнее время. А дом доширак хавает. Ну захожу. Да, дома доширак хаваешь, реально. На работе слюной давишься. Зато никогда в горле не пересохнет. Тоже, ой, блядь. Нехуй там под ебалом стоять, блядь. Не-не, это я в отражение пару шоков кину. Нихуя себе. Шок, блядь. Веселые шоки. Ну, блядь. Мне обраткой прилетело 20 тысяч, нахуй. Хилы, нахуй. Где там хилы? Мордаунт, нахуй. Я улетел. Куда? Ну, я надеюсь... Ну, в воду. Меня откинул. Он улетел, но обещал вернуться. Обещал вернуться, нахуй, да. Карлсон. Карлсон? Карлсон. Карлсончик, дорогой. Ну ок. Ну это же из Карлсона, ну. Ну да. С кого-то в РБК чили. Надо заебись прогулка по РБК на 25-м. Короче, ну, блядь. Ты... Я ебал. Почему с рыбы моя 3 не падает, нахуй, говно ебаное? Так надо, Слав, так надо. Так ты определись, тебе и отсюда 3 не надо. Анрол, нахуй. Маги. Мага ебаш? Ёбаный насос. Два мага, спасибо за такой пул. Мне ничего не успел. Слава, скажу тебе так, нужные вещи, сука, никогда не падают. Это я не быть себе один раз упал, один раз, сука, за все время, что мы ходим. Кайф, нахуй, ну, пиздец. Давай транквилла себя захилить сначала. Это был бы... Вот который лохпшный, добейте.
105. Череп бей. Это два куска, ну, уже там все ред есть лежит, нахуй уже. Кайф, заебись, охуенно. Блять, сдохните лучше нахуй. Отвернитесь спиной, блять, сдохните, и мы срез дадим сейчас нахуй. Пул говна, блять. Леха, дай по хилу диван, по транквили кинь. Хуета, не надо два моба этих бить, ну долго, блять, давайте быстрее уже, дайте диван там, сдохните. В бидона там киньте, в кого-нибудь уже, ё-моё. Пиздец. Вы смотрите, там патруль есть, который, ну, магов пустоты вот этих по одному старайтесь, блядь. Два, блядь, пиздец. Ну, там тренинг хороший, он с лица падает на ретрик с хостой. Анрол, нах. Он рыбу жрёт. Понятно. На холи дринк анрол. Холи дринк на войда анролит. Нельзя анролить на других людей. Нихуйно ты придумал! Андроид. Давай шкаф сразу в Рахилес, у меня нахуй. Ну, в смысле, нахуй. Сюда, в смысле. Да понятно, нахуй, понятно. Мне казалось, не надо, с ума не тянуть. Я пока каски начинаю разбах. Ебать, кто желудка пригласил? Желудок, сука. Осторожно, хуёвый, нет? Или заебись? Нет, пока, нет, пока нету. Пока разбегайтесь, нет. Пока разбегайтесь, пока непонятно, нахуй. Да и ебать, стаунтите получ... какой-то танк, стаунтите его. Не, нормальный. Наверное, кулак повешал. Ебаная, сука, меня убило, нахуй. Только пришел. А мана-то нихуя нет? Жизнь тебя покарала, да? Смотри, может, лужу или что-нибудь. Лужу? Что-нибудь. Сейчас разолью лужу. Налил. Нормально. Да, вот тут он, смотрите, еще. 370. Да не ты, а моб, блядь. Лужу. Слава, ты где ее налил-то, блядь? Не, не подсунул, под моба, случайно? Под моба. Не налил, а нассал. Палы суд под себя и дамажит от твоей же мочи. Я понял, блядь. Чушка как работает? Только в ПВП дать по нему джагу, чтоб он обоссал. А что, правда глаза колят? Так, шкаф стоит, сумоним. Где стоит? Катрисю. Вот. Ресайте. Издоболенная еще. И тут возле рыбы шкаф, возле шкафа рыба. Да ладно тебе, не обижайся, Костя. ДПС, анрол. Мардаун тут? В архиве. ДПС, анрол? Не суманули меня еще. Какой ДПС, анрол? Ты че несёшь? Тыкайте, сука, тыкайте, блять, в сумон говно в это, блять. Ты видишь, он Айрану нахуярился. Айран, нахуй. Всё, я свой. У меня ещё полбутылки стоит, нахуй, так что, блять. Я сегодня выпью. Уже колбасит, видишь? Бахель, призыв начал, ждите ответа. Все вот. Тут, все. Тебя каски добавлю сейчас. Это я выпивший колбаску ебанул, на... блядь. Наливочки, нахуй. Бля, а чё бы ДК-са до ручками бегали? Типа и так дай, модно? Дай это на тос. Но у них эти стрелы, это автоатак идут. Толик, дай это на тос, блядь. Не надо 100 штрудилей, блядь, чтобы жрать по КД, блядь. Танатос. Давайте пока веселить, за облачные цены стали иметь. Давайте пока веселить, заставало. То есть типа берешь пуху 1.5 и все, типа, и ты да, плохо? Похуй на урон пухи, просто чтобы бить чаще. Понял. Размутить тебе бота, блядь? Ага, чтоб он сидел, песни слушал тут. Там Битлджус плюс. Да не тут, он в другой беседе. В другой беседе, он не нижний. Битлджус плюс. У тебя проходки нету, что ты плюсуешь? Все нахуй. Пошли, хуярим. О, слышите? А, блядь, трансмут же нельзя передавать, да? Хуярим. В смысле? Ну, типа, чтоб мне человек шмотку затрансмутил и потом мне передал обратно, типа, так нельзя, да? Брандашмыг, осторожно, нет. Я застаню сейчас, нахуй. Хуёво. Просто у бидона прикольный трансмут на щит. Что там, лево? Там маунт пал, ебать. Роль. Сейчас будет рол. А будет маг, блять! Опа! Ой, я, Лёха, с двух ног ворвался. Что тут там ворвались? Сейчас подожди, я, блядь, зарулю нахуй. А, там 99, 98, 97, 96, видел?
Может даже давай не сотку, сотку кто-нибудь кинет, нет? Да не кинет никто сотку, все, гляньте. У меня 20 чем-то скинет. А ролл прикольный, ну 96, 97, 98, 99. Да вы заебете, а? Хорош роллом там баллов. Штука нахуй. Мага игра. Диспелим моментально все нахуй. Любую магию, блядь, все диспелим. Паладины, блядь, престы, блядь. Все, блядь. Ну-ка, ну, нахуй. Все. Диспельте ровно нахуй. Я готов, короче, Т4 апать до 260-го, но. Какое, на ретрика? Не, почему танк? А-а-а. Я что-то так не знаю. А потом КД. До 271-го, да? Ну, на следующем КД. Не, ну два куска там заеби. Я чуть попозже буду. Мне тоже надо печеньки высыпать. Мне тоже надо на СУ. Мак идет. Типа, у меня есть как бы печенька с целка, блядь, которая никому не нужна была, блядь. Но мне апать-то нечего, пошел 45-й токен. Мы тут все же чистим, да, что-то забыл? Да. Да. Ага, тащите или нет? Угу. Нам один хуй все чистить, нам на каратресеться. Мага и баш. Комнату с каратресом зачистим, пойдем на волноступ, ебнем. Там вернемся. Вы сначала не слепца помните или что? Да, да, мне вот это вот мычание волка с Уолл-стрит напоминает. Так я ж чё напил, блядь, думал, что... Вообще. Мага игра. Да, это она есть. Сука, кринж. Ёбаные волки с Уолл-стрит. А можно мне выкрюку дать? Дайте выкрюку, пожалуйста. Это законно? Да незаконно это ни хрена. Мы зашивали столько бабок, что все было похуй. Угу. Или ты орка косплеишь из третьего Варкрафта? 22 миллиона долларов, мать! 28 ножевых ранений, и ты действовал. Продай мне эту ручку. Я смотри, обычная ручка как ручка, но сейчас накажут тебя заяц. Не смотрел это кино, что-то мне кажется неинтересно. Волк с Уолл-стрит? Ты не смотрел? Ебать. Чёрный. Серьезно? Серьезнее некуда. Это же легенда. Хотите рофл? Хотите два мага сейчас от этого взлетать у вас? Давай. История основана на реальных событиях, кстати. Ох, вообще. А сколько реальных? Налмасы. Ну, там книга есть чела, которого вот главный герой. И они по книге сняли события. Книга в смысле, он реально в тюряге отсидел и все. За эту хуйню. За то, что здесь снял? Не, за то, что весь биржевой рынок трахнул. Да, да. Что-то такое было, помню, в Булгате в видосах. Мужики, это ваша зарплата за месяц. Ее звали биржевой рынок, ее трахнули, это видос? Да. Тебя скинуть? Да, было бы неплохо. Бортаун там, мне кажется, Blissful VLS. Кусака прямо рвет агрона. Да Кусака вообще ебанутый какой-то. Сейчас Кусаку заставим танчить нахуй демона. Вон, два приста на хилах, маз дисплей никто дать не мог. Иллюжин писал БДК с одноручками. Сам себя дисплеить будешь. СЛК. Я друид, блять, я магию не дисплею, иди нахуй. Охую, научится. Сука, не дали было обруда косить. В ГВСеках 4Т4 есть на ретрике? Да, он сделал себе хостового, там нормально. О, хостового, где он сделал мне сильный? Что-то кто-то бубнит, блин, не слышишь, нет? Натуре. Кто-то зевает, блядь. Чё надо, хозяин? Во, я вот про это. Опять работать? Дел сделано! Нужно построить зиккурат. Я там, знаете, нашу компанию здесь. Компанию Альянса прошел,
И у меня, короче, так, Артас что-то там портанул его куда-то, Тихондри, этот демон какой-то, блядь. Говорит, ебать, так, говорит, собирай, говорит, войска. Ну, по, ну, склоняй, короче, говорит, под свои знамена, нахуй. Целую перстень. Фиолетовый. А ты чего, целую перцы? Ну, подожди, я... там что одна компания перцы? Заканчивалась на том, что... На том, что вот... На скрипца. Господи. Артас убил Малганиса и побежал в ледяные пустоши Нордскола. Да, первая кампания закончилась, он сжег Стратхолм. И поехал в Нордскол. Как он поехал, блядь, потом? Потом он батю убил. Там уже в Нордсколе, там... Потом он, да, батю заебал. Когда ледяную скорбь взял и батю ебанул. Ну, когда... А потом он поехал за урной, в которой лежит прах его отца, чтобы возродить Килтузада. К сожалению. Килтузеда. Ну или Килтузеда мне понравилось. Ладно, мифик сидит, блядь, там в ЦЛК, блядь. Прикольно. Но стресс в храмовом мутиосе. Похуй вообще. У этого трупешника есть проход, нет? Кирсори... А, Кирсори какого хуя в Долоране, блядь? Не знаю. Посмотрите альтернативный Warcraft, где Фростморн оказался бракованным, блядь, и утром с королем лечом. Я понял. Через минуту приду, расскажу. Да, это мемная, короче, компания. Я этого Вандербрауна смотрел, я... Такой кринж просто, да, не компания. Самая охуенная история оттуда, это когда он домой приехал и свою коняшку, которую он в детстве убил, собственно, воскресил. Он не убил, и она вот... погибла. Да чего? Но он не убил же ее. Нет, он ее убил. Она сломала ногу, ее пришлось ему убить. А, ну, если только запланет, да. И он, типа, ее убил, закопал, и потом вернулся и воскресил. Надпись написал. Нет, самое смешное в Warcraft то, что типа нежить это изначально, блять, раса населяющая этот лунд, блять, это такой вот курофл вообще. Давай шкаф. И джайна мертвая. Гомосек, когда босс крутится, съеб больше от него, понял, все? Крутится он 10 секунд, когда заканчивается крутилка, сбрасывает агро в ноль. Если будешь рядом с ним со своей аурой, нахуй, он тебе даст пизды, нахуй. Ебать ты объясняешь, а потом ты спрашиваешь, какого хуя люди умирают, блядь. Да, но я все самое главное объяснил, нахуй. Да понятно, блядь. А демоны он так ешкой умрет, нахуй. Он больше нихуя объяснять. Угу. Чего? Значит, тактику рассказал. Значит, ты давай в танка, короче, хулидрин, будешь, блядь, танчить, я хуй знает. Я ебу охуенно. Да причем, пусть бьет. Ну, пусть Юля лучше, ну... Call a drink. Блять, ну... У нас минус 2 человека, пусть нормально ДПС дает. Я просто не знаю, блять, сорвется там босс и пизда, нахуй, будет ДПСу, нахуй. ДПС ты, короче, ретрики, нахуй, вот три ретрика. Вы ДПС даете только тогда, когда босс... Вот Юля набрала агро там, да, если она на боссе. Да, ладно, я танка уже спикнулся. Вот. Тогда Юлю можно в ДД. Или вообще можно в одного танка, нахуй. А вторую фазу кто держать будет? А нахуй тебя держать. Демона. Ты тарелку покидаешь, и нормально будет. Демона. Я говорю, тарелку у него покидаешь, и все, а в этого, блядь, и так наберешь. Демона может держать вообще какой-нибудь РДДшник, нахуй, по сути. Не, лучше ему держать, блядь. Может, ему его шотнуть может. Ему не, пускай Лингрен, как обычно, держал, так и будет держать. Короче, Гомосеку я объяснил уже, блядь, что отбегать надо еще. Там больше нихуя объяснять. Ну, пускай тогда Юля спекается. И будет это, он кастить в 5 разных чел дебаф внутренние демоны. Короче, появляется демон, его надо убить. Это все знают, Гомосек этого демона убьет автоматом лужей, блядь, так что париться нечего. Этот. Самое главное. Юля, давай в ДД. Че там, или в 3 танка будете? Частица, значит. 2 минуты авка. Слава, смотри, как близко есть. Чё? Чё есть? Крыса какая большая есть, смотри. Хуя, она на задние лапы встает.
Ну-ка, стой. Остановись. Ой, видал? Ха. У меня, смотри, что есть. Блядь, не, у меня на этом. О, нихуя. Разговаривающий пет. Так, уберите ауру от огня. И транквила выпей что-нибудь другое. Забияка. А почему ауру от огня убрать? Сделаем. У меня, смотри, спутник на тебя похож. Да, у меня нихуя нету, я просто сниму. Опа. Кто это? Смотри, на тебя похож. Подожди, я приближу. Дайте транквили на СПД что-нибудь. Блять, далеко, пиздец. Алюх, надо под тебе на этот, на СПД 100. Бананчик, спутник. Давай. 3-7. Ну, ты это, отойди ко мне, вот видишь, пригодись. Да какой-то бабуинчик маленький, да? А у меня есть вот такой еще. Обезьяна ебаная. Смотри, у меня тортик есть. Войт, тебе бы на Пандарию, блядь, от битвы питомцев. Смотри, у меня какой черепашка-ниндзя, нахуй. Блядь, не показался ли у Волонир, нахуй? Пацаны, у меня мордаун. Мясо есть, мясо есть. А, это какой-то фонарик у него. Где? Где у тебя мордаун есть? Не показалось, что это вот черепашка. Вот, дозорная масса, маны. Просто жижа вон какая-то. Этот, подошел там кто, блядь, отходил? Вон, видишь, жидкий. Тортик, в смысле, что ли? У меня вот такая жижа есть, Витя, смотри. О, нахуй, смотри, какая. У меня есть Рагнароша, нахуй, смотри. Медар. О, какая жижа, нахуй. Войт, войт, войт. Нихуя, у тебя какая-то жесткая, блядь, хуйня. Чё? Жесткая войт, жижа, подожди. Да? Короче, там челик хочет, бисовый маг хочет подамажить, ЗС-ки возьмешь? Кто это? Киберчайник. Он с другой гильдии? Чё ему надо? Да, да, он с другой гильдии. Он просто свод уступал, ЗС не закрыл. Говорит, типа, ну, если нужно ДД, может зайти. Ну, возьми. Ну, без давай. Шмота, без ролла, нахуй. Ну, блядь, понятно, что без шмота, чел. Давай, Пати, это дай ему. А нахуй ему это надо, блядь? Вот деп поутать хоть. Чё за гильдия? За Сибирь. Нихуя себе, убирайте его отсюда. Засланец. Разведчиков, блядь, этих нахуй. Нахуй разведчики, блядь, кому вы нужны, ёбаный в рот. Минички. Хуя тут, блядь, дуралёк. Давай рано в помощь. Всё, Мидар готов, давайте. Подожди. А, я понял, он фул Т5. Конечно, фул Т5, блядь. Всё, я пошёл дальше. 278, блядь. Сопроты никто не пьёт. И ауру от огня никто не ставит. Все готовы, да, есть. Не надо ли патчи умыть уже? На полу в холидре. Вихрь, 7 секунд готовимся. На вихре готовимся. Тебя ж фаланир захилишь. Бля, да не убегай ты, нахуй. Ну мертвым притворись. Ебана в рот, бля. Что пиздец. За люди, ну? Керсори, отойди с рейда. Сейчас ты уже набрал. Все, отходи, да и тарелку кидай. Канцеляр. Че, Геру будем давать? Геру на Ласфа. Усака. Пасифей. Че она забрала? Ну потому что расстояние, блять, их же переапали, блять. Кусаку я не могу хилить, где он нахуй, я не вижу. Да я хилю его не сы. Че, хиль, похуй. Надеюсь, это с хуета его не пошотает. Ну фоу весь бой стоит, и че? Он в мелизону ее кидает, что ли? Где Кусака сам стоит? В мелизоне он стоит, да хилю я его, не хилю, это нормально все. Он вообще флоу стоит, блин, всю. А он просто его. Он в него даже не кастует нихуя. Просто, просто смотрит на него. Вахуя с него.
Вихрь. Готовимся. Дайте кто-нибудь массейв. Сейчас я дам. Я сдал. А, дал, ну ладно. Выбеги с мелизоны. Чё он миликов хуя? Там агранда хуя уже. Демон. Демона убьём. Демонов убивайте. Void Light, Вархиль, Залома. Void и Вархиль. На 20% хуйло, да? На 25%. Всё, фаза. Чё у нас? А, мы без ретрика все. Ну пиздец, чего, нахуй, блядь? Ну чё вы дрочите-то? Так Дикон... я даже его не бил. Да тихо, да не ты виноват. Вот Дикон в лесу. Вставай. Вставай, блядь. Уж ебаный. Так, сейчас я массакру дам. Дам массакру. На следующий вихрь кого-то откатится, надеюсь. Гоша, работаем. Да живет твой, блин, дизель, этот самый динозавр, блин. Так, захиливаем, захиливаем, еще не останавливайтесь. Дотка там висит. Что выпал? Меч. Сложник заступил. На кастера. Зуба ебаная. Где моя тринина? Где мой пояс? Где мой разум? Витя, скажи так, у тебя кусака спасибо фул бой. Просто вообще фуловый. Так, значит. Ваше поздравляю. Че, идем к ретресу? Что, Святосу, который никогда не играет, или Мордаунт? Святосу. Мордаунт. Да вы как хотите. Мордаунт и, я думаю, Вархилю. Ну, или так Мордаунт же шипа, не? И если там, по-моему, не претендует. Первый по априору отдавайте и все, что. Ну. Ну, лучше, конечно, хилов апнуть до Т2. И будет проходиться все изи. И ваши будем вбивать, и всех остальных. Это параша надо кому-то? Бля, ой, дай мне этот звонку в ДС. Я с ним в войске посижу, поразговариваю реально. А и шаманов, там бидон, призан, вы брали перчатки? Че тебе дать в ДС? Ну, мудреца, кто короче, может перенести в другой канал. Есть такая хуйня? Хуй не, менеджер, блядь, сейчас нахуй делитнул. Менеджер. Только менеджер может приносить, да? Да. Наверное. Блядь. А чё тебе надо? Сука. Да иди с ним. Да я хочу. Какой, блядь, у меня-то музыка играет, я не могу нахуй, ёпт. Сейчас. Я его заинвайтил просто. Пусть он зайдёт сюда, да и всё, и скажешь, перенесём, блядь. А, окей. Так, этот самый. Шо? Куда мы идем сейчас? Волноступа? Или, да, волноступа.
Или на гидроса. Может, на карася нахуй гидрос сразу? Че, может, чтоб не бегать лишний раз, гидрос, потом волноступ, а потом каратрес? Да похуй вообще. Можно. Ну типа, чтобы просто туда-сюда не бегать, время не тратить. Ну короче, перекинь его в игры. Да мы так и так, и туда, и туда будем бежать, блять, разница. Он вон в гостинке сидит. Разница в том, что сейчас мы туда сходим и вернемся. А так мы сходим сюда, обратно, потом опять обратно. Не, ну сейчас волноступ объем просто и все. Так. Потом мы гидроса. А потом? Потом обратно, потом через волноступы на каратрес. Потом око. Ну я даже говорю, чтобы лишний раз не бегать. Пошли на гидроса, пошли. Так мы сейчас туда вниз пойдем, блядь, побежим далеко нахуй. Оббегать, но. Назад ты второй раз бегать, блядь, не будешь. Ты второй я раз. Второй раз возвращаться не будешь. Понимаешь, тебе два раза придется бегать. Здесь, блядь, до волноступа, нахуй, три шага сделать. А сейчас мы до гидроса, нахуй, 3 километра, блядь. Потом до волноступа 3 километра. Ну, там слева трэш сагрился, чё вы, как вы так трэш сагрили, блядь? Как вы так бежали, нахуй? Похуй вообще. Я там, знаешь, кто-то. Ну, у вас, блядь, что-то с это, с дистанциометр нарушен какой-то, блядь. Или как там говорится, ну. Кто там чё сагрил, честно, не понять. Да всё, она выйдет сам. Когда в воду уходишь, типа, и выйдется? Да. Рома, подтвердите хождение по воде там. Где ты там? Да. А у нас стресса, что проходки нету? Ну, там жена болеет. Бля, ебай, я долго прыгать тут буду. Сейчас, подожди. Давай, я сейчас вернусь. Я вернусь к тебе. Подожди. Это больших пока не трогаем, это мелких правда, заберем, чтобы место сесть. Я вернусь к тебе сейчас. Спасибо, все. Там еще надо не забрать. Че там петы какие-то ходят, смотрите, блядь. Все, вот это сагрим. И пошли это. Тут внизу бьем. Притон помер. Он помер. Притон написал, что он отошел минут на 10-15. Сейчас смотрите, толстый подойдет, чтобы он не сагрится, пока эту пачку зальем. Ну кто это нахуй? Там уже спулили. Сова какая-то или зацепила. Нет, пэт чей-то. Давай этого отворачивай, он это не ядовитый нахуй. Да, того только не спульте, уберите петов всю залупу свою, блядь. Аспект уберите уже, ханты. Знаете, моба этого быстрее. А кто-то может по-братски линкануть ДПС со слепца? По-сестренски могу. Чё того моба пошли. Возможно, лужа будет смотреть. Слава. Чё? Дайте я пойду сдохну, комбат скину, а то это пиздец какой-то.
Какой комбат, блядь? Ну вот, у меня комбат висит, видишь? Да, висит комбат. Да, можно здесь, в принципе, сдохнуть. В рыбах, типа? Сейчас, подойдите сюда, сдохнем, диван дадим кому-то, нахуй. Притон, ты где? Нет, трэш, это запулить и сдох. Потом рейснуть. Ебаный рот, нахуй. Тем более, пока уходить не предупреждаю. Притон написал, что он отойдет минут 10-15. Ясно, ну и что? Ну и что нам притон? Агрите, мрём. Диван дайте кому-то. Босс агрите, нахуй этот трэш, блядь, он будет убивать полгода, нахуй. Идите, босс, агрите. Только сюда его вот подведите, хотя бы к колонкам к этим, чтобы здесь он убил, а не там, нахуй. Спиной к нему вставайте. Остальные хули тут стоят. Надо, чтобы все сдохли, чтобы боя не было в инсте. Сейчас босс сведется, подойдите к нему ближе, блядь. Мне крестом встать или диван дали? Нет, не вставай. Там диван. Чё, нормально? Да, да, резься, резься. Да. Сзади мага ресницы сходить. Ясно, перекур. Ну курите хуя. Лёха, ты тогда в квадрате. Я в квадрате.